темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнул тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой, чьих не вольница, ты день, зачем тебе охотиться на людей? Мьёльнир на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел! Как бессонница, час ночной меняет нелюдимая облик твой, чьих не вольница, ты не день, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, то, что новый твой приятель не такой, как все.